Я знаю, що ви збираєтесь на більш солідні змагання. Трошки про них і про склад команди, і які надії ви маєте? Ну, так получилось, что у нас в этом году было два очень интересных приглашения. Это первое приглашение было на мартовский чемпионат Европы по яма-карате в Голландию, но из финансовых возможностей мы не смогли туда поехать. Вот. А вслед за ним пришло приглашение от международной организации карате IFK, подкуляемой господином Стивом Арнером, и он пригласил нашу организацию принять участие в первом чемпионате мира его организации, Кикусина ФК, который, как нам повезло, вот, с финансовой точки зрения, этот чемпионат проходит в Москве. Это не Голландия, добраться туда гораздо легче. Мы были очень обрадованы, приятно этим приглашением. То есть мы делали вывод, что знают не только в Украине, уже и за рубежом. Вот, и с удовольствием сейчас готовим команду для участия в этом престижном чемпионате. We have already begun preparing our national team to participate in this prestigious tournament. Ну що, остання наша зустріч була перед поїздкою нашої команди на світовий чемпіонат. Ми участвували в чемпіонаті міру по кіокусінкай карате Міжнародної федерації карате кіокусінкай. Це був, звісно, сильний форум, дуже сильний чемпіонат. Організатори чемпіонату постаралися зробити на самому високому рівні. Рівень дійсно був високий, тож чемпіонат вдався. З цієї точки зрення, на чемпіонат собрались сильнейшие бойцы мира в стиле кікусінкай из 30 стран мира. Кроме них, с любезного приглашения президента Международной федерации карате кікусінкай господина Стива Арнера были приглашены две команды, которые не представляют стиль кікусінкай. Это команда Шидокан, Международная ассоциация карате из Японии, и сборная, национальная сборная Украины по кэмпо в Украине, то есть мы. Это, конечно, сказалось в первые дни, потому что нас, в общем-то, не воспринимали никак. Если японцы, это, в общем-то, сами по себе уже японцы, это уже это родина карате. И, кроме того, Канча Суэна, это основатель этого направления стилевого в Японии, он личный друг Стива Арнера и почетный гость чемпионата, то мы, в общем-то, приехали просто как темная неизвестная лошадка, и вот и так мы относились. В общем-то, была какая-то доля и, в общем-то, и настороженность, и, то есть нас просто не воспринимали с первых дней. Вот, но потом все развернулось иначе. В общем-то, планы, конечно, на чемпионат у нас были очень скромные, потому что, понимая, в таких условиях мы готовились, какая у нас была, в общем-то, база, то есть базы фактически не было никакой. Вот, и претендовать на что-либо там высокое, это просто смешно. То есть, я и наш вице-президент, основатель нашей школы Вера Алексея Морозова, мы просто реально оценивали ситуацию. Мы для себя решили вот скромно, то есть везем ребят для того, чтобы они просто обстрелялись психологически на этом таком престижном чемпионате, набрались опыта, и дай Бог, если кто-то пройдет во второй круг чемпионата, то есть это уже будет большая удача. Но события развивались несколько по иному сценарию, то есть, видно, так было угодно Господу Богу, который нам сопутствовал. Вот, и сказалось, конечно, то, что, в общем-то, то, что мы знали, ребята, может быть, еще кто-то верил, кто-то в меньшей степени, это, в общем-то, сила систем, которая, в общем-то, мной была создана. Вот, и на этом чемпионате показала, этот чемпионат показал, что действительно эта система сильна. То есть она конкурирует с ведущими единоборствами мира. Это действительно так. Вот. И ребята, в общем-то, стали со всеми встроить, со всеми командами, это на параде открытия, вот, который тоже прошел очень хорошо, очень удачно, все было очень красиво, с фейерверками, и с концертами и так далее. Вот. И потом начались бои. Вот и в первом же бою Игорь Илюхин, наш боец, это тяжелый вес, представитель тяжелого веса, он встретился с представителем Пакистана Кханом, одним из, то есть, в общем-то, можно сказать, первым номером команды Пакистана,
И бой был очень тяжелый для обоих участников. Поначалу бой был равный. Но, так сказать, по накале боя может говорить тот факт, что бой закончился только в третьем раунде дополнительно. То есть время были ничьи. Вот взвешивание показало тоже равное вес участников, и они продолжали бой. Но в конце, где-то с середины третьего раунда, уже пакистанец начал плыть, то есть он уже удары не мог наносить. Он уже практически было видно, что он уже плохо и держит удары, которые наносил Игорь. Вот. Но тем не менее, судьи повели себя в конце странно, вот, когда закончился бой, и отдали предпочтение пакистанцу. Вот. Ну тогда мы еще, в общем-то, не поняли, в чем дело, так, ну, отдали, как говорится, судья всегда прав. Вот. Потом на бой уже в легком весе до 70 килограммов вышел Володя Билан. Вот, он очень был так настроен вообще еще до чемпионата, очень по-боевому тренировался, вот, и мечтал о каких-то высотах. Вот, хотя мы, конечно, с Верой Алексеевной так предвидели, что, в общем-то, какая-то засудка со стороны судей, необъятенность. Ну, она должна присутствовать, потому что по одной простой причине, что мы не представляем стиль коэффициента. Вот. Но тем не менее вышел этот первый свой бой, он попался очень неплохой спортсмен из команды Туркменистана. Но сложилось так, что буквально сразу после команды Хаджиме Володя наносит очень сильный удар в голову ногой. Вот. И он, в общем-то, сразу психологически сломался у соперника. Хотя соперника чувствуется опыт, сразу на таких соревнованиях чувствуется вот опыт. Он через несколько секунд собрался и начал упорно сопротивляться. И, в общем-то, бой закончился опять же в конце второго дополнительного времени. Второй двухминутки, когда уже Владимир точным ударом, предножным ударом ноги в живот, поверг, бой остановили, и с победой Ипон, значит, победу присудили Володе Билану. Так он прошел во второй круг соревнований. Следующий в этом же весе до 70 килограммов вышел Андрей Кисничок. Ну, вообще нужно сказать, что это молодой спортсмен, молодой боец 18-летний, который, в общем-то, еще все впереди. Вот он так совершенно неожиданно попал на этот чемпионат мира. Ну, в общем-то, хорошо, потому что это очень большой опыт повалит на чемпионат. Ну, ему попался, у него, в общем-то, в принципе, еще он белый пояс, 7-я степень, по нашей классификации. Его 7-я очень степени. Ему попался сразу очень опытный боец из Швейцарии Халтер, второй дан. И сразу, в общем-то, бой был очень равный. Очень равный. Бой, то есть я, в общем-то, удивлялся, я всяком удивлялся, как жестко стоит Андрей, как он проводит и защиты, и удары, как он наступает. То есть в некоторых моментах вообще просто атаковал, наступал и подавлял противника. Вот. Неизвестно, конечно, чем бы закончился этот бой, чью пользу, вот, потому что опыт есть опыт. Но, как говорится, спортивная судьба, да, спортивная судьба, у каждого складывается по-разному. И в конце первого времени, первого раунда, Халтер наносит запрещенный удар кулаком в голову. И Андрею Павловичу тяжело приходил сюда после этого удара. Вот. Но Халтера дисквалифицировали, и таким образом Андрей попал во второй круг соревнования. Вот, и вышел, следующий бой был в среднем весе, до 80 килограммов. В нем участвовал глава нашего черниговского филиала Богдан Рапацкий. Вот, это был его первый чемпионат мира и, к сожалению, наверное, последний, потому что ему 38 лет. Вот, он уже перейдет, в общем-то, полностью на тренерскую работу, но, знаете, даже носить, скажем, такой титул участника чемпионата мира, это очень почетно. Вот. И ему это было просто необходимо для своего личного опыта. Но, тем не менее, он очень хорошо вел бой и с тактической точки зрения, то есть он постоянно находился спиной к центру татами, тестил своего противника, но противник оказался действительно сильнее, и бой был упорный, потому что опять же дали дополнительное время, только в конце дополнительного времени, даже не только по очкам, а по, скажем так, по выносливости. По выносливости немножко не хватило Богдану, и победу дали, действительно совершенно правильно дали его сопернику. И следующий бой был у нашего тяжеловеса,
Олег То есть очень технический спортсмен, действительно очень сильный. Надо сказать, что вообще самыми сильными, конечно, подготовленными командами это была команда России и команда Великобритании. Но команда Великобритании это не удивительно, потому что там как раз живет господин Стиварнов, который все это ведет. А команда России, почему она? Потому что там, например, Александр Иванович Танюшкин, президент Российской Федерации Кокосинкай, уже называется Кокосинкай 20 лет. А в тот день вся команда уже болела за Олега. Потому что у него был тяжелый бой, писал тяжелый бой с представителями из Латвии. Вот. Но, мы, конечно же, поняли, что происходит, так сказать, с судейскими бригадами. Вот. И все-таки мы вместе так с ребятами демонстрировали, знаешь, все-таки есть шанс, надо работать и работать. Ну, потому что если бы, конечно, он встречался бы в четвертьфинале с представителями России, вот там понятно, что шансов бы никакого не было, потому что, ну, естественно, предпочтение даже при равном бою отдано. Еще и господари. Да, ну еще и, да, и господари все очень прямо. Вот. Ну, начался бой. Олег проводил очень хорошо, грамотно и тактически. Вел бой постоянно тесно соперника. Периодически взрывался в атаке, тесняя его. Но соперник, конечно, тоже был крепкий орешек, он просто так не сдавался. Но во всех трех раундах, там как было три раунда, то есть бои были очень упорные, еще команда была очень упорная, потому что действительно собрал сильнейших бойцов из каждой страны. Вот. Но Олег действительно был активнее. И опять же, по его хорошие показатели, то есть он постоянно работал ногами на верхнем уровне, в то время как его соперник на него удары на верхнем уровне не нанес. Вот. И тем не менее, опять же, в конце, как всегда, победу отдали представителю уже не России, а просто представителю Кокосинкай. Ну, честно говоря, они к этому были ребята готовы. Почему? Потому что они знают, что на чужих площадках, чужими стилями, потому что это не первый наш чемпионат, где мы участвуем чужими стилями. Но я всегда хочу, что когда вы выходите на чужую площадку, с чужим стилем, нужно быть убедительным. То есть побеждать так, что если судьи даже хотели бы засудить, а у них вот, нет никакой возможности этого сделать. Представленным. Да. Вот. Но, тем не менее, я и Вера Алексеевна, как представители команды, как тренера, мы очень довольны выступлением команды. То есть абсолютно объективно. Вот для нас это был очень неожиданный результат. И мы все, конечно, после чемпионата поздравляли вот так неожиданно, очень Олега Доценко, тяжеловеса, который вошел, как оказалось, в восьмерку сильнейших тяжеловесов мира Кокосинкай. Я знаю, что вы самый молодой член команды. Скажите, пожалуйста, вот как вы пришли до виду спорту. І як ви потрапили на таке перше представницьке дуже велике змагання? Ну, ще 15 років звичайно попався в журнал. Кемп. Я його прочитав, понравилось. Рішив прийти займатися. Ну, займаюся до сих пор упорно заняття. І прийдив, тому що потрапив на чемпіонат. Ну, все правильно. Ну, от ви самі задоволені, як ви там себе почували, як, ну, як боролися на рівних? От як самі ви внутрішньо задоволені чи ні? Ну, внутрішньо, так, звісно, попасть на такий чемпіонат, там же дуже великий рівень, представники всіх Кокосинкай карате, самі сильні бойці всього міра, це вже дуже престижно, особливо для мене, все-таки молодший учасник, так. В такому духі. Ну що ж, Володимире, від вашого тренера я тільки чула від вас надія і опора нашої команди. Розкажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте у цьому ранзі?
я бы такой зіркової хвороби не маю. Тренуємося так далі, то есть на це не звертаємо. А от як ви самі себе почуваєте? От ви виступали в нерівних, боролися, чи десь щось було недоробки якісь? Ні, в принципі, наша школа виступила там дуже добре. Тобто, пристойно, так? Так, пристойно. Тобто, я би сказав, як говорить, що хлопчиків для биття там не було. Не було. Тобто, ми виступили, як би сказати, дуже добре. Хоча рівень там був дуже добре. Але скажіть, будь ласка, от ваші плани були трошки вищі? От ви хотіли досягти більшого, чи все ж от такого, що відбулося? Знаєте, є така приказка, який солдат не мріє стати генералом. Чи все ж все виходило, як тренер там вам запланував, як ви собі запланували? Я вважаю, що я боролся, в общем-то, на раундах, но... Конечно же, выявлялись кое-какие ошибки, недочеты, с которыми нужно работать в дальнейшем, что и будем делать. А вот основное, что вы для себя выявили, вот какие недоліки, которые вы не знали за собой раньше, вот не было у вас такого, а там, на таких змаганнях, на представницьких, такими супротивниками сильными? Ну, я считаю, что, в общем-то, это чисто технический момент. Нужно дорабатывать. Тільки над тренуванням, так? А так, я вважаю, що, в общем-то, я був готов. Скажіть, будь ласка, от після цих змагань, у вас є якась схема, яку ви відпрацювали саме от після змагань, враховуючи всі ті недоліки, якісь перерахунки? Ну, я вважаю, що... Чи все ж ви по своїй програмі, як завжди? В общем-то, буду идти по своей программе, надеюсь, как и всегда, но с учетом тех недочетов, которые были. Розуміло. Ну і традиційно, які ваші плани найближчі і трошки подалі? Плани, наверное, как и у всех наших ребят, банальные, то есть выступать дальше на соревнованиях, на чемпионатах высокого такого уровня и, конечно же, развивать кемп. Ну, в учебном году, сентября месяца, у нас три инструктора по Киеву будут приступать к работе, к инструкторской деятельности, то есть это все участники чемпионата мира, они становятся инструкторами, и мы, конечно, всех желающих, кто хочет заниматься своим национальным боевым искусством украинским, приглашаем в наши залы в сентябре месяце. А для того, чтобы узнать, где это и когда будет, достаточно позвонить по нашему телефону к нам в центр. Ну що ж, я думаю, що і команда ваша поповниться, і учні вас трошки буде побільше, і буде вибір до наступного чемпіонату через 4 роки. Через 4 роки, якщо у нас буде достатній вибір, то нова команда буде, звісно, в 2-3 роки.